Отлично, заходи, я хочу тебя с кое-кем познакомить. Хорошо, я люблю встречаться с новыми людьми. Мило, весело у вас тут, как я погляжу. А ты? Я заинтригован, но мамочка всегда звала меня Эйвоном. Не стреляй, пока пилот нам пригодится. Это я, мисс, а ты должна быть ее помощница. Моя напарница, Фиона Тейлор. Боевой опыт есть? Ну, не нарочно. Тогда зачем нам тебя брать? Потому что я красивый, умный и лучший вертолетчик Венесуэлы. Он не такой обаяшка, как о себе думает, но в общем ничего. Нам нужен пилот вертолета. Добро пожаловать на борт. Всем бобров и хорошего настроения, и мы продолжаем играть в нашу игру. Так, я получил много новых ништяков, ну, только опять разобраться, как ними пользоваться. Все тут, конечно, очень странно. Обычно все в играх понятно и написано, на какую кнопочку что где нажимать. Ну, тут не тот случай. Эйвон переехал к нам, нашел местечко наверху. Передай ему, что я сказала, миленький коврик. Выходить еще рано, я обещал, мы сегодня займемся стрельбой или обучением стрельбы. Посмотрим, что тут они нам предлагают. Стрельба из стационарных орудий. Я знаю, ты терпеть не можешь стрельбу по мишеням, но денежки-то тратить, ну в смысле... Ставки делать тебе нравится. Так что займемся азартными играми. Чур деньги не жалеть. Используйте стационарное вооружение для уничтожения целей. Тебе придется пройти курс стрельбы по мишеням. Нужно проверить, как ты обращаешься с различными видами стационарного вооружения. Просто следуй инструкциям и постарайся побить мой рекорд по времени. Дуй к пулемету и уничтожь все статуи. Теперь берись за гранатомет, расстреливай машины Солана, которые мы запустим. Если будешь попадать по ним достаточно быстро, таймер остановится.
Так, а теперь иди к стационарному гранатомету и уничтожь оставшиеся статуи. Молодец! Ну чё, курс молодого бойца пройден, посмотрим, что тут дальше. Ладно, ладно, только нос не задирай. Даже и не думай. Стрельба из гранатомета. Фиона уверена, что вам не превзойти ее в обращении с гранатометом. Далее в программе курс стрельбы из гранатомета. Займешься? Главное не забывай, что препятствия можно преодолевать выстрелом по дуге. Постарайся побить мое время. А ну-ка назад за мешок с песком, стрелять можно только из-за них. Отлично! Going up. 30 seconds left.
Поторапливать все время. Я сначала просто не понял, как, блин, пробить Диди. А теперь все понял. Навевает разные воспоминания. Стрельба из пистолета. I know you hate target practice, but I know you love losing money. Gambling. So I thought we'd add a friendly wager to your normal routine. And by friendly, I mean expensive. Расстреляйте из пистолета все портреты Солана. Я обнаружила целую тонну портретов Солана и налепила их на мишени. Почему бы не потренироваться на нем в стрельбе из пистолетов? Точнее, на них. Постарайся прострелить как можно больше портретов за отведенное время. Посмотрим, сможешь ли ты побить этот рекорд еще раз. Ладно, твоя взяла. Ах, деньги, деньги. Были ваши, стали наши. Снайперская стрельба. Я смотрю, тут есть и второй уровень. Ну, пройдем его чуть позже. Сначала пройдемся еще по основной миссии. И вернемся. I know you hate target practice, but I know you love losing money. Gambling. So, I thought we'd add a friendly wager to your normal routine. And by friendly, I mean expensive. Используйте снайперскую винтовку для уничтожения статуй и автомобилей Солана. Я расставила по газону оставшиеся портреты Солана. Пора тебе попрактиковаться в снайперской стрельбе. Кроме того, я приказал Эйви и Эйвену возить по периметру статуи этого придурка. Попадаешь в одно из них, я приостанавливаю таймер. Ненадолго. Left.
Так, курс молодого бойца пройден, так что можно чуть-чуть пройтись и по миссии. А потом, через время, вернемся к нашей пострелялке.